Господин Роджерс, спасибо, что присоединились к нам сегодня. С удовольствием, Татьяна. Давайте начнем интервью с вашей любимой части мира, Азии, в частности, с Китая. Недавно со своего поста был снят Бок Силай, глава города Чунцинь, который во многом и способствовал тому росту Китая, который мы видели в последнее время. Означает ли это, что китайское руководство хочет убрать любой популизм из власти? В каждой стране, в каждом правительстве происходит внутренняя борьба, когда люди хотят забраться на самый верх, и совершенно очевидно, что Бо проиграл эту борьбу. Не знаю, по какой причине, я не принимал участия в голосовании. Однако время от времени это происходит во всем мире. В России, Америке, да где угодно. В истории так обычно и бывает. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Думаю, это хорошо, так как означает, что в Китае все происходит более и более открыто. Теперь борьба за власть не ведется за закрытыми дверями. Теперь об этом известно всем, газетам, блогерам, да кому угодно. Вы все еще позитивно относитесь к перспективам китайской экономики? Будет ли она расти теми же темпами? Не ожидает ли поднебесную жесткая посадка? Несомненно, китайская экономика в этом году очень прилично вырастет. Конечно, кое-где будут некоторые трудности, например, у девелоперов и строителей. Власти стараются сделать все возможное, чтобы цены на недвижимость в Китае снизились, поэтому мы увидим, что некоторые застройщики, некоторые инвесторы в строительство обанкротятся. Но в этом и заключается их план. Они стараются снизить цены на недвижимость. Они работали в этом направлении в течение последних 3 лет, а фактически даже в течение 9 лет. Правда, не совсем успешно. Тем не менее, они стараются снизить цены, а значит, у девелоперов будут трудные времена в этом году и в следующем. Но в целом это будет хорошо для экономики. Во многих секторах экономики страны даже не узнают, что девелоперы в Шанхае обанкротятся. Им до этого нет дела, раз у них самих все хорошо. То есть Китай останется основным локомотивом глобальной экономики в этом году? Нет, в масштабах всего мира экономика Китая невелика. Экономика США и Европы более чем в 10 раз крупнее китайской, если судить по показателю ВВП на человека. Китай добился колоссального успеха в последние 3 десятилетия, однако он все еще мал в масштабах всего мира. Как я уже говорил, вместе экономика США и Европы превосходит китайскую более чем в 10 раз. Безусловно, чем-то Китай поможет миру, он что-то внесет в мировую экономику, однако в этом году США глобально гораздо важнее. Они больше делают, печатают больше денег, так что в 2012-м они будут более значительной движущей силой, чем Китай. Давайте тогда перейдем к разговору о США и поговорим о результатах недавних стресс-тестов. По данным Федрезерва, 15 из 19 крупнейших банков Америки хватит капитала, чтобы справиться с гипотетическим кризисом экономики. Но при этом 4 банка тест все же провалили. Среди них было 3-е по величине банк штатов Citigroup. Это стало шоком для инвесторов. Но так ли надежны эти стресс-тесты? Показывают ли они истинное положение дел в американском банковском секторе? Эти стресс-тесты скорее пиар, для меня они не имеют никакого значения. Мне приятно видеть то, что они показывают. Некоторым банкам нужно набрать побольше капитала, и это хорошо. Но стресс-тестам верить нельзя. Кто делает эти стресс-тесты? Бюрократы, так что это всего лишь упражнение в пиаре. Да, это означает, что некоторым банкам нужно сейчас собрать больше денег, и для финансовой отрасли, для американской экономики это хорошо. Но я бы не стал вкладывать свои деньги в акции любого из банков, который прошел эти стресс-тесты. 2 и 3 года тому назад все европейские банки в массовом порядке провели свои стресс-тесты, и получилось абсурдно, ведь ни у кого не было неприятностей, а 2-3 года спустя мы узнали, что у всех европейских банков огромные проблемы. Но все же, в целом, наблюдается ли в Штатах хотя бы какое-то восстановление финансовой отрасли? Да, конечно. Так как Федеральная резервная система опустила свою ставку рефинансирования до нуля, то сейчас американским банкам стало очень легко получать деньги. Они могут получать деньги по нулевой или почти нулевой цене, прокручивать их и предоставлять кредиты с очень большой надбавкой. Да, американские банки зарабатывают большие деньги. Они приводят в порядок свои бухгалтерские балансы, чего, в принципе, ФРС и хотела добиться. То, что они делают для Америки, катастрофа, но банкам от этого хорошо. Однако для Америки это плохо. Давайте немного поговорим о политике. Говоря об ущербе 2-го срока Обамы, в одном из ваших недавних интервью вы отметили, что еще 4 года Обамы вполне могут разрушить Америку к тому времени, как 2-й срок будет в самом разгаре. Неужели экономическая политика Обамы настолько плоха? И какие именно политические меры могут привести к апокалипсису?
Татьяна, Америка находится в долгу. Дефицит ее бюджета составляет свыше триллиона долларов каждый год. Триллиона, а не миллиарда. За 4 года своего президентства господин Обама увеличил государственный долг Америки гораздо больше, чем все президенты за всю прошлую историю. Это катастрофа. И если он вновь удвоит или утроит дефицит, то конец истории для Америки. Нельзя же постоянно тратить деньги, которых у вас нет, и иметь гигантский дефицит. Для Обамы может быть хорошо быть у власти еще 4 года, но для Америки и для остального мира хорошим это не обернется. А что может хорошо обернуться для Америки? Единственное, что было бы хорошо для Америки, это резко, сильно сократить бюджет, сократить расходы, сократить налоги и постараться привести свои госфинансы в порядок. Случится ли такое? Нет, конечно же нет. В Вашингтоне слишком многие круги заинтересованы в том, чтобы тратить деньги других людей. Это чревато для Америки все новыми и новыми неприятностями. Нам нужно сокращать расходы топором, электропилой, нужно сокращать налоги и оживлять экономику. Если правительство США и Европы будут продолжать ту макроэкономическую политику, которую мы наблюдаем в последнее время, то куда это может нас привести через год или два? В последующие 2-3 года будет замедление экономического роста в США, Европе и, вероятно, в остальном мире, поскольку США – это самая крупная экономика. В отношении 2013-2014 годов надо быть очень осторожными. Надо быть особенно осторожным в отношении 2014 года, потому что именно тогда мы увидим на Западе самую большую неопределенность. Наибольшее замедление экономического развития. Валюты испытают большие потрясения, будет больше инфляция. Именно на 2014-й придется пик экономической неразберихи. Так что проявляйте осторожность и будьте к этому готовы. Что это означает для инвесторов? Стоит ли им фокусироваться на тихих гаванях? Или же наоборот, сейчас стоит инвестировать в рисковые активы и потом выходить в кэш? Какова оптимальная стратегия? В современном мире нет такого понятия, как «тихая гавань». Я никогда не употреблял прилагательное «тихое» или «безопасное», когда говорю об инвестициях. Все инвестиции являются рискованными, и всегда можно потерять деньги. Нет такого понятия «тихая гавань», так что проявляйте осторожность и вкладывайте деньги только в то, в чем вы больше всего разбираетесь. Я полагаю, что недвижимость будет хорошим объектом для инвестиций, а также сырье, природные ресурсы, поскольку если состояние мировой экономики будет улучшаться, то цены на эти товары пойдут вверх, так как этих товаров будет не хватать. Если же состояние мировой экономики не улучшится, то политики станут печатать гораздо больше денег. На протяжении всей истории, когда печатают больше денег, это хорошо для недвижимости. Поэтому, чтобы делать деньги в предстоящие пару лет, свои средства я вложил в основном в недвижимость. Какие риски вы сейчас в основном принимаете во внимание, когда занимаетесь инвестициями? Основной риск – это ужасающий рост задолженности на Западе. В Америке многие пенсионные фонды фактически обанкротились, а долг американского правительства... Америка как страна является самым крупным должником в мировой истории. Во всей мировой истории не было страны в более глубоком долгу. В Европе есть страны, которые обанкротились. Основная проблема и основной риск, которые стоят перед нами, заключается в том, что мы увидим больше случаев банкротства в Америке, на Западе и, возможно, в Японии. Там существует серьезный риск из-за огромной задолженности, которая накапливалась в течение последних 30-40 лет. Когда-то по этим долгам придется платить. Можно сделать это в этом году или через 5 лет, но нам придется по ним платить. Мир не позволит нам уйти от долгов. Джим, последний блок моих вопросов касается нефти. Нефть крайне важна для России. Высокие цены на нефть – это очень хорошо для нас. Но эксперты говорят, что это очень плохо для США. Действительно ли высокие цены на нефть так угрожают Америке? Это очень интересный вопрос. Как вы правильно заметили, более высокие цены на нефть плохи для одних и хороши для других. Многие страны процветают. Канада, Бразилия, Австралия, Россия. Многие люди живут очень хорошо, когда нефть в цене, однако другие страдают. Страдает Бельгия, часть США, но в некоторых американских штатах в настоящее время просто экономический бум от цен на нефть. Так что не обязательно, что это плохо для всех. В том, что касается США в целом, да, это плохо. В течение длительного времени нефть была дешевой, так что настало время миру приспособиться под новые реалии, и некоторые от этого выиграют. Но не все так плохо. Продолжит ли цена на черное золото расти и в этом году?
Не знаю, будут ли цены на нефть расти в этом году. В этой области я не такой уж и знаток. Однако я уверен, что в отношении цены на нефть все будут удивляться, на каком высоком уровне удерживается стоимость черного золота и насколько она еще вырастет в следующем десятилетии. Нравится нам это или нет, но известные залежи нефти в мире сокращаются, а значит, в следующем десятилетии вы увидите более высокие цены. Если же случится что-либо, если вдруг обанкротится Испания, то цена на нефть в этом году на какое-то время понизится. Но не спешите продавать всю свою нефть. Позже цена на нефть будет значительно более высокой. Джим, большое спасибо за интервью. Надеюсь, что мы опять увидимся в самое ближайшее время. Всегда рад. Тоже надеюсь на скорую встречу, Татьяна.